поздоровиться, уважаемые посетители канала. Вот сейчас зимой сезон хурмы. Я очень люблю хурму, спелую хурму, покупаю ее и регулярно ем. Именно спелая хурма. За счет своей нежной мякоти она дает объем в желудочно-кишечном тракте. После нее великолепный стул. Я уже как-то делал видосик в целебную кулинарию о свойствах хурмы. И вот сейчас решил еще разок повторить, потому что очень полезная, полезный фрукт хурма. Как раз сезон, как раз он поддерживает за счет своих свойств, веществ, поддерживает сердце, которое именно в январе самое слабое. Итак, давайте немножечко поговорим про хурму. Хурма вообще-то получила множество различных таких красивых названий, там солнечный плод, что верно, сердечная ягода, о чем я вам только что говорил, даже слива богов. И говорят, что хурма является именно ягодой, а не фруктом. Считается, что хурма родом из Китая, кто его знает. По крайней мере, где-то из Восточной Азии, а потом уже и там и в Японии начали ее культивировать. Весь мир узнал где-то в конце 19 века. Считается, что в мире насчитывается от 200 до 500 разновидностей хурмы. Интересно отметить, что продолжительное время европейцы считали хурму несъедобным фруктом. Кстати, хурма попала на американский континент, и там американские индейцы использовали свой сорт хурмы в лечебных целях, видите? Но они использовали мякоть плода, не спелую мякоть плода, которая обладает вяжущими свойствами, а они ее использовали от лихорадки и диареи. Высушенные смолотые порошок косточки хурмы заливали кипятком и пили как кофе. Листья заваривали как чай. Теперь поговорим о свойствах хурмы. Чем она меня привлекает? Она привлекает меня не тем, что там написано, описание. А прежде всего я ем и чувствую пользу. Но тем не менее свойства. Хурмы таковы. Значит, она имеет полезную пищевую ценность. В основном за счет содержания в хурме глюкозы и сахарозы. Она сладкая. Спела, сладкая. В ее состав входит также витамин С. Естественно, огромное количество провитамина А, то есть бета-каротина. Естественно, огромное количество различных фруктовых кислот. Это вот и яблочное, и лимонное. Много железа. То есть для тех, кто страдает анемией, особенно для женщин, хурма необычайно полезна. Вы знаете, и стул будет у вас прекрасный, и не будет проблем с анемией, то есть с дефицитом железа. То есть женский организм расцветает, когда женщина кушает хурму. Запомните, женщина. Значит, есть кальций, медь, марганец и калий. Причем все это в наиболее лучшей биологически активной форме. Не то, что там где-то там настружили, натерли, в таблеточку насыпали, дали ему, это супер-дупер. Нет. Это не супер-дупер. Супер-дупер то, что прошло через растение. Значит, высокое содержание танина в незрелой хурме придает ей вяжущий вкус. Танин – это вяжущее вещество. При этом важно понимать, что вяжущий вкус слабеет при созревании фрукта. Значит, кроме того, для избавления от вяжущего вкуса плоды хурмы можно заморозить. После оттаивания вяжущий вкус пропадает. Но важно понимать, что вот этот вяжущий вкус был, и он вроде бы пропал, а действие его-то осталось. Поэтому хурма прекрасно действует на пищеварительную систему, подавляя все там гнилостные и бродильные процессы. Но сразу нокаю. Хурму надо употреблять как отдельный прием пищи. Тогда она принесет все свои полезные свойства 100%.
Если же мы хурму съедаем после того, как съели борщ, котлету, картошку и так далее, хурма, она переваривается не в желудке, а в тонком кишечнике. В тонкий кишечник она не проходит, и она является пусковым механизмом брожения. И все, что вы съели хорошего, все будет испорчено. Значит, хурма обладает тонизирующими свойствами. Да. Кстати, Сергей вот мне пишет, который из голода выходит, что вот съем хурму, сразу силы появляются как-то аж нереально. Значит, она улучшает аппетит, повышает работоспособность, успокаивает нервную систему, как отдельный прием пищи, помните. Значит, ее можно использовать против атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом она даже действует лучше, чем яблоки. Но я еще вам говорил, что вот она за счет своих особых свойств и содержания биологически активных веществ, в том числе вот этих вот всех сахаров природных, она хорошо действует на сердце. Поэтому сейчас, когда слабое сердце, налегайте на хурму. Значит, в хурме содержится большое количество антиоксидантов, а как же без них? И хотя меди и цинка вот, считается в яблоках больше, хурма значит, опережает яблоки по содержанию натрия, калия, магния, кальция, железа. Но опять-таки, это все, что я перечислил, это находится в наиболее активной форме, в наиболее усваиваемой форме. Это вы должны знать. Но антиоксиданты сейчас везде тулят, антиоксиданты и так далее. Ну, по крайней мере, чем, так сказать, будут эти антиоксиданты хороши, это то, что, проходя через желудочно-кишечный тракт, они будут уничтожать разного рода бактерии, грибки и прочие ядовитые вещества, которые образуются в результате неправильного пищеварения. А неправильное пищеварение у нас получается из-за того, что мы, знаете, свой организм, особенно желудок, считаем мусорным бачком. Мы туда все набросали, все хорошего качества, свежее и так далее. Но когда все это смешали, это превращается в неудобно варимую смесь. И поэтому порождает соответствующие проблемы. Значит, плоды хурмы полезны и использовать надо. Опять-таки, при болезни почек, сердца, они обладают мочегонным действием и тонизирующими свойствами. Ну, тонизирующие свойства, я вам говорил, за счет того, что вот эти вот сахара, которые быстро усваиваются. Кстати, не надо хурму переедать. Вы знаете, такой средний плод один съедаете, но главное, чтобы вы это делали регулярно. Допустим, с утра съели, а потом съели там на ночь, заменили ужин приему хурмы. Считается, что она успокаивает нервную систему, повышает работоспособность. Да, вот Сергей так он рассказывает, что после того, как он поест немножечко хурмы, которую я ему рекомендовал, сразу говорит, у него работоспособность значительно увеличится. Итак, за счет того, что имеются вот эти танины, имеется вот этот вяжущий вкус, естественно, хурма обладает бактерицидным действием в отношении, особенно микрофлоры, которая находится в кишечнике, она ее нормализует, при этом, значит, сенную палочку, золотистый стафилококк, это все она это сама нормализует до состояния правильного, то есть, чтобы его было как можно меньше. И это как раз действует именно вяжущий вкус. Считается, что хурма является диетическим продуктом, показано при расстройстве пищеварения благодаря наличию пектина. Пектина – это как раз вот эти вот мельчайшие вещества, нежные по своей природе, которые, с одной стороны, вот дают вот эту вот окраску, а с другой стороны, вот эти вот нежнейшие волокна, которые прекрасно обволакивают желудок, они прекрасно обволакивают слизистую
кишечника. При этом хурму можно использовать для лечения разного рода язв. Потому что вот этот вот вяжущий вкус, который в спелой не чувствуется, он уничтожает там разного рода бактерии, которые как раз находятся в районе, вот, допустим, той же язвы. А вот этот вот нежный пектин и нежная вот эта слизь, они, как бы сказать, обволакивают и способствуют тому, что слизистая восстанавливается. Плюс естественный восстановитель слизистой – это что? Это каротин. Вот и поэтому хурму используют в народной медицине при разного рода желудочных заболеваниях. Но я вам больше говорю, нежели тут где-то написано. Итак, содержание сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, питает сердечную мышцу. При этом, вот знаете, уровень глюкозы и прочих там сахаров в крови не достигает каких-то пиков, которые бы, ну, будем говорить, приводили к каким-то плохим последствиям. Но опять-таки, везде важна дозировка. Один такой средний плод уплели, и это то, что надо будет. И съедайте ни с чем не смешивание. Вот, но считается, что при диабете хурму употреблять нельзя. Но я бы так сказал, если вы ее будете съедать, вот вам захотелось есть, захотелось, как отдельный прием пищи, примерно половинку хурмы попробуйте. Я думаю, что она окажет при этом полезное действие. Ну вот, чем полезна хурма? Вот, в Японии говорят, что когда хурма поспела, значит, врачи остаются без работы. Греки также, древние греки, называли хурму пищей богов. Но это действительно, это вот, как раз, знаете, вот это естественный продукт, особенно, допустим, те же сыроеды могут его использовать, который поспевает зимой, то есть нету ничего чего-то искусственного. Этот продукт, он поспел вот именно к такому времени года, вот как раз к зиме. Значит, что еще? При простуде и кашле вот, полезно полоскать горло соком одного спелого плода хурмы. И смешивают эту сок с, ну, примерно с 50 граммами теплой воды и полощут. То есть рецепты, которые, как бы сказать, ну, относительно хурмы. Но есть, конечно, намного более эффективные рецепты, но я говорю то, что относится к хурме. Значит, с тонизирующими свойствами я уже говорил, обладает, улучшает аппетит, если съедать одну хурму, как отдельный прием пищи. Значит, повышает работоспособность, успокаивает нервную систему. Все это уже было. Значит, смотрите, что интересно. Из-за того, что в ней содержатся легко усваиваемые сахара, то ее, но опять-таки в большом количестве не рекомендуется употреблять при ожирении и сахарном диабете. Вот тут все оказывается в дозировке. Продукт прекрасен. И при ожирении он помогает избавиться от лишнего жира, но в меру, если вы по одной съедаете. Если вы будете съедать по 5 штук за раз, да у вас будет и брожение, и у вас тут будет и сахар подниматься, и у вас будет и ожирение, и все что угодно. Помните, что я вам говорю. Значит, вот прекрасно сейчас ее использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно. У кого слабое сердце. А у пожилых людей она после, грубо говоря, 50 лет, она уже у всех слабая. Потому что экология, питание, стрессы и так далее, так далее. Значит, вот рекомендуется в день съедать вот по 1-2 плода хурмы. Ну, это вот именно то, что надо, значит, такие. Можно по 2 за раз съедать, опять-таки, если это будет у вас отдельный прием пищи. Значит, ввиду того, что она, хурма, содержит йод, ее полезно использовать при некоторых заболеваниях щитовидной железы. Ну, то есть, когда имеется заболевание, связанное с йододефицитом. И как раз вот этот йод, он, знаете, опять-таки, биологически активен и хорошо. Считается, что спелый плод
способствует улучшению работы печени, зрения, так как там много каротина. И также, что очень важно, половых желез. Запомнили? То есть у всех, у кого имеются проблемы с предстательной железой, проблемы там, будем говорить, по гинекологии и так далее. Еще раз я хочу вам повторить, что с одной стороны, вот эти все сахара питают и так далее, и так далее, и так далее. Минеральные соли там что-то там тоже подпитывают, укрепляют. И в то же время вот эти танины с вяжущим вкусом, они угнетают болезнетворную микрофлору. Это очень и очень хорошо используют. Считается, что хурма может сдерживать рост возрастных новообразований наряду с другими плодами и овощами желто-оранжевого цвета. Желто-оранжевый цвет как раз это цвет энергетики, который вот подавляет разного рода новообразования. Значит, ввиду того, что в ней содержатся витамины, интересна такая связка С и П, которые прекрасно воздействуют на сосуды, кровеносные сосуды, при этом уменьшают их хрупкость и проницаемость. То есть у кого возникают вот эти, знаете, синяки немножко там вдавился, там капилляры от чего-то там лопаются и так далее, кровь из носа течет и прочее, 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 на хурму налегать. Значит, также рекомендуется есть хурму и тем людям, кто страдает варикозной болезнью и кровоточивостью десен. Ну, кровоточивость десен – это та же слабость этих капилляров. Так, считается, что вот еще сердце хурма поддерживает из-за наличия большого количества калия. Берем на заметку. Опять-таки, нам нужен не просто какой-то калий, там где-то нарыли, как нам говорят, в таблетку напрессовали, даем. А нам нужен тот калий, который прошел через какой-то биологический там цикл, то есть через растение. Вот тот-то калий, он там и полезен. Значит, магний содержится в хурме, уменьшает вероятность появления камней в почках. Вот видите. Смотрите, как раз вот у нас в январе активны почки. С одной стороны, слабое сердце, но зато биологически, согласно биологической этой ритмологии, биоритмологии, у нас активны почки. И сейчас вот именно время, где-то примерно до Нового года, может быть меньше, до Нового года по китайскому календарю, у нас активны почки. Вот в это время очень важно использовать для того, чтобы укрепить почки. Можно в какой-то степени даже уменьшить вероятность появления камней в почках и так далее, и так далее. Ну, а витамин А защищает человеческий организм от онкологических заболеваний. Опять-таки, не покупной, а вы должны естественный. Значит, она оказывает мочегонное действие. Раз мочегонное действие оказывается, значит, лишняя вода у вас уходит, у вас нет отеков, значит, тело такое собрано, хорошее. О том, что защищает организм от бактерий, кишечник, особенно сенная палочка, столотистый стафилококк, это все ясно и понятно, я уже говорил. Далее, значит, она выводит из организма соли натрия, которая держит воду, и в какой-то мере препятствует образованию разного рода камней. Кстати, так как хурма богата железом, то при малокровии можно два раза в день пить по примерно стаканчику, 75 грамм, стаканчик, можно пить по 75 грамм-100 граммов сока хурмы перед едой. Сок сразу такой, жик, прошел, и все. И он уже там делает свое. А вы начинаете кушать. А вот при простуде и кашле рекомендуется полоскать горло соком одного спелого плода хурмы. При этом его смешивают, как уже указывалось, с 50 граммами теплой воды. Кстати, а теперь мы перейдем несколько к иному. Помимо того, что спелые плоды есть еще сушеные плоды. И вот эти сушеные плоды уже можно использовать, ну, допустим, там, когда спелых нету. То есть можно использовать там ранней весной, поздней весной, даже летом.
в них все это богатство сохраняется, и когда мы их поедаем, они, значит, начинают, что самое интересное, они начинают в желудочно-кишечном тракте набухать, то есть вот эта вот клетчатка, которая у них пектины, вот эти вещества сжались, они начинают набираться водой и вбирают в себя, вот как этот полисорб работает, разного рода шлаки, токсины и так далее, так далее, так далее, так далее, тем самым прекрасно очищая наш желудочно-кишечный тракт, то есть сушеную хурму, когда мы едим. Значит, она полезна и при лечении гипертонической болезни, сушеная. Ну, сколько там сушеная это? Сушеную надо там, она такая маленькая, ее надо съедать. Ну, допустим, 3-4 штучки за раз, больше не надо, потому что она потом разбракает. Кстати, так как в хурме содержатся и семечки, их 8, и в семенах хурмы содержится максимальная концентрация полезных веществ и витаминов. Так вот, семечки можно подсушивать на сковородке, затем смолоть их на кофемолке и заварить вместе кофе. Значит, вот этот напиток будет полезен, у кого учащенно сердцебиение от слабости. Когда сердце слабое, вот это учащенное сердцебиение, то есть это можно такой вот кофе пить из зерен, значит, хурмы. Значит, при возбуждении нервной системы успокаивает. Это очень-очень хорошо. И можно, знаете, можно даже не заваривать, а можно просто-напросто вот эти семечки даже и не подсушивать, просто-напросто высушить, ну, на солнышке. А потом их можно действительно перемолоть в кофемолке перед употреблением. И, допустим, там, ну, грубо говоря, там чайную ложечку вот таких, значит, молотых зернышек хурмы на стакан там кефира, допустим, размешать, выпить. Вот очень интересная вещь. Ввиду того, что хурма вот такой, знаете, красивый плод, он, ну, будем говорить, как обычно мы привыкли, он помогает при депрессии. То есть при депрессии, значит, все, что такое красивое, приятное на вкус, все будет способствовать тому, что будет устранять это явление. Для этого, опять-таки, где-то достаточно употреблять один спелый фрукт хурмы. Значит, он снабдит организм и магнием, который, как говорится, успокаивает нервы, и обеспечит крепкий ночной сон. Вот. А сладость, вот она поднимает настроение. Кстати, что интересно, цвет кальция, если вот так согласно спектру рассматривать, он оранжевый. И оказывается, вот этот оранжевый цвет оказывает расслабляющий и антиспастический эффект на человеческое тело. Расслабляющий и снимает спазмы, спастику. То есть, ну, способствует расслаблению. Это очень хорошо для тех людей, у которых трудно засыпание, которые скованы, которые постоянно на такой нервной работе, где надо тут огромное количество людей, там, допустим, продавцы, люди за кассой и так далее. Значит, ввиду того, что вода в хурме, она вся заряжена, а тем самым заряд хурмы, ну, который мы съедаем, вот эта вся эта жидкость из хурмы, она способствует тому, что дает заряд нашему, значит, организму, клеткам крови, и тем самым поддерживает циркуляцию крови в норме. Считается, что оранжевый цвет, значит, он сочетает в себе физическую энергию и умственные качества. Ну, это да, я, кстати, тоже люблю оранжевый цвет. Значит, этот цвет усиливает, укрепляет эфирное, ну, просто укрепляет биополе, энергетику человека. Потому что биополе – это вообще сложное такое понятие, в которое включаются разного рода поля и там энергии и так далее. Скажем так, просто
усиливают энергетику человеческого организма. Вот, способствуют, значит, антидепрессантному действию, усиливают оранжевый цвет метаболизм, то есть обмен веществ, и тем самым способствуют укреплению здоровья. Ну и надо немножечко поговорить и о противопоказаниях. Какие могут быть противопоказания? Значит, большое количество легкоусваиваемых сахаров. Но опять-таки, дозировка. Если вы правильно дозировочку выбираете, то вы можете есть и при сахарном диабете, и при ожирении, и получать пользу. Если вы дозировку превышаете, значит, вот это все можно вот это заработать. Важно понимать, что вот хурма должна быть спелая. В противном случае вот эти все вяжущие компоненты, которые находятся в хурме, могут привести к непроходимости кишечника, то есть завязать его и не развяжешь. Считается, что лица, которые перенесли операции на желудке, им не рекомендуется употреблять хурму. Но я опять-таки этим людям порекомендовал, знаете, начинать вот просто мякать чайную ложечку и посмотреть, как принимает ваш желудок хурму. А потом уже можно увеличивать дозировку. Ну и вот немножечко подчеркивается, что плоды хурмы нельзя сочетать с молоком и холодной водой. Опять-таки, вот я вам все говорил, что плоды хурмы надо есть как отдельный прием пищи. И тогда она даст вам все те перечисленные выше полезные свойства, которые в ней содержатся. И это действительно будет вот пищей богов, которая укрепляет наше сердце, наш организм в целом, дает нам красоту и здоровье. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлик и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалам ходит счастье в каждый дом. Новый год. Так, из
ты, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Ой, повеселись, народ, наступай, Новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Ой. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам.